Евреи обладают поразительной способностью успешно адаптироваться в любой культурной среде, зачастую весьма далекой от привычных им традиций. Яркий пример этому – жизнь и творчество одного из легенд шансона – горско-еврейского поэта и композитора. Шалом! С вами Лена Музык. Герой нашего выпуска – лауреат ежегодной премии горских евреев имени Сергея Вайнштейна Ефрем Амирамов. Поэт и певец, народный артист Республики Ингушетии. Талант музыканта покорил множество слушателей, а его творчество было отмечено орденами «Слава нации» и «Служение искусству». Главным хитом знаменитости стала композиция «Молодая», которую преданные поклонники до сих пор узнают с первых нот и каждый раз просят спеть на концертах. Только мне тебя учить, как необходимо жить, с кем не спать, а с кем дружить, все гадая, что такое слово честь, а где-то чушь, а где-то лесть, ведь ты права, какая есть. Молодая, эх, молодая. Будущий певец родился 11 апреля 1956 года в городе Нальчике в горско-еврейской семье. Мама мальчика посвятила себя воспитанию детей. Помимо Ефрема в семье подрастали 4 дочери и сын. Талант к творчеству Амирамов унаследовал от отца. Григорий Тимофеевич играл почти на всех музыкальных инструментах, кроме духовых. До войны он работал балетмейстером, а затем и первым руководителем Карачаевского ансамбля «Песни и пляски». Когда начались боевые действия, мужчина отправился на фронт, а после возвращения узнал о трагической гибели матери и старшего сына. Их заживо закопали в колодце в селе Богдановка. В знак траура артист покинул сцену. Глава семьи стремился развить творческие способности сына. Мальчик с раннего возраста осваивал игру на фортепиано в музыкальной школе и параллельно самостоятельно научился играть на гитаре. А в 7 классе Ефрем и его одноклассники организовали музыкальную группу, которую назвали «Джины». Ребята исполняли песни в жанре рок, а также композиции собственного сочинения. Но о карьере музыканта Амирамов в ту пору не задумывался. Он мечтал стать актером. После окончания школы юноша отправился поступать во ВГИК на отделение актерского мастерства. Однако не прошел 3-й отборочный тур и не был допущен к экзаменам. Поскольку у Ефрема был интерес к математике, он решил подать документы в Институт народного хозяйства в Ростове-на-Дону. Трудностей не возникало, и молодой человек стал студентом финансово-экономического факультета. В этот период он не забывал о музыке, выступал в составе коллектива в компании школьного товарища Валерия Махова. А в 1977 году Амирамов получил диплом, после чего был распределен в родной Нальчик. Следующие 5 лет Ефрем работал в Министерстве финансов Кабардино-Балкарии. А затем он перешел в Кабалкав Автодор, где ему предложили место контролера-ревизора. Но однажды молодого сотрудника отправили в Москву, где началась новая страница его творческой биографии. В российской столице Амирамов поселился в общежитии у своего племянника. В один из вечеров к ним заглянули студенты студии при Линкоме, которые услышали пение артиста и предложили записать несколько композиций для спектакля. На театральной сцене они так и не звучали, но у Ефрема появился материал для пластинки. Первый сборник музыканта получил название «Последний дебют». Он вышел в 1990 году, покорив слушателей искренностью и душевностью исполнения. Произведения Амирамова были отмечены редакцией газеты «Смена», которая поместила их на верхние строчки хит-парада. Закрепить успех помог выпуск клипов на песню «Жемчуга» и «Банальный романс». Но главный хит знаменитости появился только спустя год после выпуска дебютного альбома. Песню «Молодая» автор написал всего за 15 минут после ссоры с возлюбленной. К
клип снимали в обычном московском дворе. Тогда же, в 1991 году, Ефрем Григорьевич собрал группу, которую назвал «Бывшие в употреблении», или сокращенно «БУ». В состав вошли бывшие музыканты популярных коллективов, а позже команда была переименована в «НЗ» или «Неприкосновенный запас». В конечном итоге название трансформировалось в «НЗ» из «БУ». Первая половина 90-х ознаменовалась для коллектива постоянными гастролями. Музыканты побывали не только в каждом уголке бывшего Советского Союза, но и за рубежом. Амирамову рукоплескали поклонники из Германии, Израиля, Соединенных Штатов, Франции и даже Японии. Основную часть заграничной аудитории артиста составляла русскоговорящая публика. В 1995-м Ефрем Григорьевич выпустил новую пластинку, которая получила название в честь его коллектива «Неприкосновенный запас». В нее вошли хиты «Дилемма» и «Смогу ли я», а в последнем слышны восточные мотивы. Это дань музыки, которую автор слушал в детстве на Кавказе. В том же году группа выступила в Кремлевском дворце, собрав полный зал поклонников. На рубеже веков Амирамов, по его признанию, пережил творческий кризис. Он не записывал новых песен и не давал концертов. И только в 2002 году артист порадовал поклонников долгожданным возвращением, выпустив пластинку «Аленка». Песня «Новая Мурка» моментально стала хитом. Но чтобы все же слеза соплёю из носу хоть немного скрасила наш сон. Группа диссидентов шоу-бизнесу вдруг сошлась под кличкою «Шансон». Группа диссидентов шоу-бизнесу вдруг сошлась под кличкою «Шансон». Спустя еще 3 года вышел альбом «Вдохновение», ставший символом душевного и творческого вдохновения, вернувшегося к певцу. В дальнейшем любимец публики регулярно пополнял дискографию новыми сборниками и авторскими композициями, а за творческие заслуги Амирамов был удостоен звания «Легенда шансона» и отмечен музеем шансона. Помимо музыки, Ефрем Григорьевич занимается и другими проектами. В 1996 году он стал продюсером телепрограммы под названием «В рабочий полдень». Эта передача освещала культурные и общественные события, происходившие в стране. В 2007 музыкант издал сборник стихов «Все так» или «Истерика», получивший положительные отклики читателей, а позже автор представил на их суд книгу «Вирус счастья» или «Экспедиция в рай». Третья публикация получила название «Нальчикский баламут». В молодости Ефрем Григорьевич был женат, но пара распалась по причинам, которые артист предпочел не озвучивать. В браке родилась дочь, Лея. Девушка сумела наладить личную жизнь и подарила отцу внучку, Мэдалин. Сейчас знаменитость делится фото и видео с семьей на странице персонального блога. Амирамов не собирается прекращать творить, регулярно выпуская новые хиты и выступая перед публикой. Начало 2022 года ознаменовалось премьерой композиции «Белый аист», слова и музыку, которые написал Ефрем Григорьевич. В клипе, сопровождающем выход песни, исполнитель играет на белом рояле. Птицы крик, как плач младенца, так печалят мое сердце. Это стон отставшей птицы, что своих догнать стремится. На мгновение в мире все стихает. Птицы крик, как плач младенца, так печалят мое сердце. Это стон отставшей птицы, что своих догнать стремится. На мгновение в мире все стихает. Просто белый аист улетает. На этом все. Увидимся ровно через неделю. Ставьте лайки, пишите комментарии.